Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз играл в Майнкрафт. Всем здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами это Димка, Донька и Данька в GTA 5 мы. Рубрика «Битва автогонщиков». Здорово. Всем привет. Ребята, мы находимся в зеркальном парке, а значит здесь мы будем прятать друг от друга по 8 классных автомобилей, а после попытаемся их обнаружить за отведенное время. Я напомню, что всего у нас будет 15 минут. Кто найдет тачек больше, тот и заработает балл за поиски. А также, друзья мои, после мы проведем парочку испытаний, выявим победителя данного шоу. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и, конечно же, ребята, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и инстаграм, ссылочки есть в описании. Всем удачки, а мы погнали брать тачки. Сегодня, ребята, первую машину я буду ставить вот этот Rolls. И, кстати говоря, некоторые из них я покрашу в черный цвет и поставлю в обычные нычки, ну, даже, может быть, на парковку. И посмотрим на реакцию пацанов, найдут ли они все эти машины. Вторая машина, это вот такой вот крузак будет стоять на билборде рядом с закусочной. Да, ребята, в принципе, неплохое место, я думаю, что ее не найду. А третья машина, это Mercedes. Вот здесь он будет стоять. Отлично. Ну а теперь касаемо тех самых машин, которые будут немножечко с троллингом. Это первая из них Бронко, ребята. Оставляем здесь. Очередная тачка из игры San Andreas нас будет стоять вот здесь, друзья мои. Тоже на парковке. Еще одна машина Рампа будет стоять вот здесь, ребята. Она тоже считается. Ну и еще одна машина из игры San Andreas будет стоять тоже здесь. Давайте-ка покрасим, ну, также в черный цвет, чтобы ребята, ну, как бы догадались логически. Если вдруг найдут хотя бы одну. Ну, ребята, последняя тачка, это гелик, будет стоять вот здесь, за этой вот как раз таки решеткой, прям на спаун. Ну, наконец-таки, ребята, мы спрятали все машины, дожидаемся остальных. Ребята, ну что же, мы спрятали все машины. Я напомню, что у нас у каждого их было по 8 штук, то есть получается всего 24 тачки на поиске. Желаю каждому удачки, полетели! Попробуем найти все машины, которые вы спрятали. Данек. Опа, первую нашел. Первую нашел! Это BMW, которая здесь стояла. Ой, поблизости. Что это плавает в воде? Не знаю, что там плавает в воде. Гелик. Но я знаю кое-что еще очень интересное. Точнее, даже факт знаю того, что, ребята, в комментариях вы обязаны мне написать, с какого вы города, ребята. Вы просто обязаны написать. А еще вы как бы напишите в комментариях, за кого болеете. Вот. Нашел бы. А лучше всего не болеть вообще. Да, лучше всего не болеть вообще, лучше всего не болеть вообще. Потому что, ребята, я вот буквально покупался там... Недавно в наеме, и тут МСДМ нашел я, да, отлично. Че нашел? Хер тебе, хер тебе, хер тебе! Я золотую нашел. А че? А че, он не садится в нее, кстати. А почему? Ну я первый нашел, типа, или как? Окей, удаляем просто вот так вот. О! Че? Изменяй. Ты что взорвал? А где она? Куда она делась? Не знаю. Все, минус тачка. Ну куда делась она? Подожди. Не знаю. А, она под землей. Она улетела под землю, короче. Я в нее сел. Она сломана. Ладно, удали ее просто, короче. Просто удали, как бы будет не защитно никому так уж и быть. Ладно. Окей, поехали тогда следующие, ребята, машину искать. Но это было весело, а с другой стороны, неприятно. Осталось всего из 24-23 машины. О, нашел чудо. Емать. Нашел карт. А, я в нее не сяду, так как она утоплена. Золотые? Кто догадался это сделать? А кто догадался это сделать? Такой вопрос. Не знаю, у кого-то машины нету, машина взорвалась здесь. Походу. Ха! Но надеюсь, что не моя, потому что, скорее всего, моя, да? А, да, это моя взорвалась. Е-мое, спасибо большое. Данек, ты когда ездишь, ты по байкам не езди, потому что все взрывается. Нахрен, имей это в виду. Уже сколько раз снимаем просто. Вот, и я, пожалуй, восстановлю свою машину. Все, у меня две, получается, у Вани тоже две. 2 минуты тоже прошло, ребята. У Вани пока только одна, если я не ошибаюсь. И мы едем тогда искать следующие тачки. Давай, езжай, ищи. Следующие тачки. Вот эти дома мне не... О, нашел! Тачки, срачки. Нормально. Я нашел Lamborghini Sian. А кто ее прятал? В принципе, зеленая. Логично предположить, зеленая, что ее Даня прятал. Да, окей, она и не красится, ребята. Кто не знает, и это уже, получается, моя третья машина. В любом случае, это неплохо, и мне уже нравится. Только вот золотые тачки меня немного напрягают. Потому что золотой цвет искать так. Не очень приятно. Не очень-таки приятно. Так, три у меня, одна, два. Да, все четко. У вас там как дела, пацаны? Давайте-ка рассказывайте. Да, нормально. Я бегаю еще. Нормально. Бегаешь? Зачем бегаешь-то? У меня байк брат. Горит. Горел. А, так восстанови его, отремонтируй. Восстанавливай. Что ты там нашел?
красную, Мерседес. Да? Красном... А, так стоп, это первая моя машина, которую вы нашли? Получается, да. Ема, вы чё, ребят, давайте-ка активизируйтесь, потому что это плохо, если вы мои тачки не будете искать. Активизируемся. Так как автоботы. Мне останется очень мало тачек на поиски. Автоботы, ладно, главное... Главное, чтобы не быть алкоботами. Во, это вот самое главное. Так, ладно, вы вроде как далеко, но я пока ехал, нашел еще одну зеленую. Какую ты нашел? В озере под мостом, такое ощущение, что было. Да-да-да. Хорошо. В озере под мостом? Да-да-да, хорошо. Ничего себе. Это хорошо. Ничего хорошего в любом случае, но... Да, окей, хорошо, это получается, у тебя уже 4 тачки, если я не ошибаюсь. Она больше не наберет. Не наберет? Не, ну а что просто так набирать, вот... С предложением каким-то там можно было бы. Так, 4 тачки набрать. На да базе. Я не могу понять вообще, где я еще. Я не могу. Фу, мне это не нравится. А мне это не нравится. А мне это не нравится. Так, и там тоже нету, и там нету. Ребят, вы куда прятали машины? А, вот. Давайте-ка вот. Нашел еще зеленую, вообще пока. Ты, ты хватит, а, родной мой. Хватит, успокойся. Мне нравится. Притормозись, мне нравится. Родной. Не густо, как говорится. Понял, тут тоже вроде бы пусто. Не густо в том плане, что тачек мало. Я пока... Так, 5. Пока. Ну, мы нашли уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пока зеленых, даже представления не имею. А где еще 6 зеленых, это, блин, жестко. Осталось всего 2, получается. В том, что мы Димкина не находим, да и мои тоже. Вот именно-то! Вот именно-то вообще, ну как бы... О, нашел. Нашел золотую, это 4-ка. Неплохо. А вроде бы нет, окей. Да, четырка, вы мои не находите, четырка. И это вообще так-то нерадостно, потому что у меня тачек становится все меньше, ребят, на поиске, с учетом того, что меня могут еще и подрезать, в этом-то вообще беда. Да. В этом-то вообще беда. Там вроде тебя бы... могут подрезать, братан, ну как бы... Пусто. Как говорится, тачки шалом. Могут подрезать. Алло? Не, брат. Я таким не болею и к этому не придерживаюсь, поэтому без шалом. Ладно, очередная тачка, ребят, на базе. Байк нашел. Кто-то радуется байкам, а я пока только тачки, и тем более четвертой. 5 у тебя, Ванюк, да? Хорошо, вырываешься вперед, и у Дани пока одна машина. Ну, с другой стороны, хорошо, что пока ты ничего не ищешь. Так как это очень даже хорошо для меня. Я могу побольше найти машин. А на дереве их кто-нибудь что-нибудь прятал, а ну-ка? На дереве? Да. Только если обезьянка свои бананы там запрятала, но не более того, я думаю. Ну, вроде как не. Вроде таких мы не имеем у себя в инвентаре, да? В инвентаре? В инвентаре? Стоп. Бывает. Тут нету ничего, но красный я точно знал, что здесь обычно прятал Юрка. И здесь пока нету. Это не Юрка про... же не это с нами неприятно. Сегодня. Юрка-то не с нами, да, и нычек его тоже нету. Неприятно. Плюс 2 можно было себе засчитать. Ладно, приснилось. Реально? Ага. Кому-то уже и снится. Ребята, а что вам обычно снится? Ну ладно. Пишем в комментариях. Показалось. Не, я максимально не понимаю вообще. Я просто сейчас катаюсь в этих домах, которые я ненавижу. У меня приснилось, знаешь, мне приснилось буквально? Я рассказывал Юрусу, что у меня iPhone с 5 камерами. Че? Ну, в принципе, это логично почти, наверное, скоро, может быть. Это совсем что-то, знаешь, совсем что-то в голову ударило, я не знаю, что это было такое на самом деле. Ну, возможно, ты просто захотел себе новый iPhone там с 5 камерами, как раз через год обновишь. О, рампу кто-то поставил. Хорошо. Нашел мою первую, да. Точнее, какую? Нет, это уже четвертая или третья. Третью мою тачку уже нашел. Айфоны очень дешевые стали. Прям очень. Сейчас прям вообще можно купить классно. Да-да-да. Прямо сейчас покупать вообще их очень выгодно. А сколько донашечка стоит? 80 тысяч стоит. Донашечка? Серьезно? Да, нормально, кстати, по цену вообще приятненько. Сейчас вообще очень дешево, вот именно сейчас. А что по тачкам? Вот почему бы тачки так не стоили дешево, а? Стоило бы, я не знаю, там 1100 какая-нибудь, не знаю, BMW. Какая тебе BMW прикольная? X5, кабриолет, что надо себе? Скидку сделаем своим, давай. Если старая, то у вас слишком дорого. Нифига, низ рынка, братан, низ рынка. 53-й, вот, BMW 53-я, как в смотре получается, вот, да. Вот такую давай нам, за 1100. Какая ты что-то, ё...
по низу рынка отдадим. Ну, то есть, именно этот мотор по низу рынка отдадим. Именно просто мотор за 100 штук? Не-не-не, мотор, а тачку, вот именно такую машину с таким мотором. Машина вот, без рынка. Мотора. Окей, мы с тобой поговорим после записи. Добро. Да, базара ноль, давай. Я нашел что-то еще. Там, правда, резина слики, но, типа, это какая разница. Да ладно, резина, это не проблема. Да, это не проблема. Ой. Вот. Ой. А так там вообще, там даже шторки есть, такие нерегулятор. Я нажал очередную золотую. Там даже электрорегулирование задних сидений есть. Чего? У меня такого даже в Майбахе нету. Ну, блин, это прикольно, это жирненько. Это люкс, да. Это прям сразу, знаешь, это level up. Ну. Твоей жизни явно. И для пассажиров. Я бы на зиму взялся. Так забирай, потом я покатаюсь. Но у меня сейчас есть что, понимаешь? Ай! Я бы взял. Как бы я тебя понял. Я по итогу нашел зелок золотой с пробитым колесом вроде как или нет. А, это отстрелы, прикинь. Отстрел. А я думал, это пробитое колесо, да. Отстрелы? У него там выхлоп получается проведет. Тихо, аккуратно. У-у-у. Это моя шестая уже, пацаны. У тебя, кстати... А, у Ваньки тоже шесть. У Даньки да, одна. Да, что-то тут тебе сегодня, да, пока не идут дела. Ладно, нашел еще. В гору. Знал. Еще знал нашел? Про билборд. Знал про билборд. Знал про билборд. Окей, да, билборд-то сильно. Билборд это прям такое. О-мое, я на него ставил большие ставки. Большие ставки сделал, ну, братан. Большие прям ставки, ставки, да. Осторожнее, ставки делать вообще опасно. Не, это вообще, ребят, не рекомендуем никогда в жизни. Нахер, нахер, нахер. Халява, как говорится, только в этом. В мышеловке. В рукомойнике, да. В рукомойнике? А, Форд Бронко что-то ставил? Ну да ладно, в мышеловке. Кого? Форд Бронко черный. Ставил. Ставил. Ой, молодец, ой, ой, нашел. Ой, забирай, забирай. Нашел. Забирай, да. Ванек, а ты его не спалил? Он же прям под билбордом был. Не, он не прямо успел, на стоянке даже. Стоял. Не спалил, да? Я понял. Да-да-да, я специально поставил его, и это действительно тачка, которую можно засчитать тебе на счет. Да, это твоя вторая, молодец. Так, даже а мы пока, можно, ребята, а пытаемся найти еще две тачки. В любом случае, по времени 10 минут позади, осталось не так много, но для... все, подожди, мы же 7 тачек минимум нашли, получается, да, ну, которые у Дани, да, были? Да, получается, одна из все них это Бентли, которая. А, 7 нашли, а 8 это которая Бентли, помнишь, которая лаганула? А, точняк, да, все, зеленых больше нету, то есть мне только по золотым надо кататься, ребята, искать. А золотых сколько? Кто какая на базе, посчитать, скажите? Понял. Да там одна там была зеленая, она, все, невозможно сесть. А, Даня, сколько золотых-то найдено? А сколько еще красных? Сейчас посмотрю. Так, ну там-то я нашел золотую. Ладно, хорошо, красных я не знаю, братан. Тем более они 5 там тут, какие-то... Пять золотых найдено, то есть 3 осталось. Ну как раз мне надо 2 найти. А золотая считается? Нет, 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 нет. Это красная. Пять тачек. Сколько? Да. Красных? Да. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. И рампа черная тоже считается, и бронка тоже черная считается, как красная, поэтому посчитай. Да. Так, ребята, я немножечко сейчас в недоумении, потому что я уже все проехал. Могу сказать с там процентной тоже точностью. 5. А, 5-5. То есть у нас понял. С тобой ничья, считай. 3-3. И где твои 3 тачки колись? И при этом у Дани 6. На поиск. Ты можешь 6 тачек найти из наших всех. Если найду. Из наших всех. Ребята, да. Подожди, а ты много поставил просто в трафике, интересно, машины, так подумал? В трафике? Да, как начиталось ТД. Ах ты, да как ты ее нашел там, блин? Ладно, хорошо, твоя тачка, да. Окей, ладно. В барбершопе тоже ничего нету. Ё-моё, а где еще? Опа, я тут не катался, точно. Получается, 3 черных Димка поставил. Я думаю, Данька, стоит прокатиться, посмотреть именно тачки в трафике. Мне кажется, Димка так и сделал сегодня. Ну, я немного хотел, да, затроллить вас, а по итогу еще и золотые понаставили нам. Поэтому тоже надо прокатиться. Троллингом, да. Ну, не-не-не, пока я ничего не вижу. Так, ну пока здесь я ничего не вижу, ничего. Тут тоже пусто, и по времени такие 12 минут позади, я сейчас просто прокатился, 15 прокатился, 15? Пару минут попусту. Трам-пам-пам, так, окей, там я тоже был уже, вот здесь я тоже был уже. Фу, вообще не представляю, куда еще.
Ты мог засунуть. Потеряли пацана, больше не наберем. Эти три золотые машины. Короче, я пока иду осматривать, потому что чует мое сердечко, что здесь не в порядке. Ёкает, да, твое сердечко? Ёкает в какую-то не, вот сторону. Меня, вот... Если у меня будет ёкает сердечко, вызывай скорую. Ну, по сути, да. С моим состоянием здоровья лучше, чтобы оно не ёкало. По сути-то да. Где еще две, пацаны? Мне это не нравится. Пацаны! Пацаны! Ребята, комментарии, если вдруг вы что-то спалили, то добро пожаловать. С вашими Welcome комментариями будем рады. Да-да-да. Но, Ёп, Даня! Что там он делает? Аюшка, да меня там вынесет чуть-чуть. Аюшка? Так, ладно, значит, а чё, где тачки-то? Я что-то не могу. У меня тут же вопрос, понимаешь? А чё по времени? У меня прям тот же вопрос. По времени вообще Крапаль осталась минута. Крапаль-попаль? Крапаль-попаль мы. Попаль мы, прям конкретно попаль мы. Потому что... Да, я так и знал, что рано или нашел поздно я, да? Найду. Я только рядом с ним проехал. Да, я только-только рядом с ним проехал. Так, ой, простите, мужики. А ты в воде только одно поставил, интересно мне знать. Ну, это вопрос. Нет. Это не факт. Ой-ой-ой-ой-ой, почти утопил. Ну, я не знаю, есть смысл ехать дальше или нет. Пруд пусто. Я вообще... Я вот я сейчас золотые пока не знаю даже. Потеряли пацана, больше не наберем. Ну, я проверю последний раз здесь, и здесь пусто, ребята. Окей, время вышло. В любом случае, да, ребята, все, мы закончили. Сколько твоих? Посмотрим по тачкам. Так, из золотых раз, два, три, пять. Моих, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одна моя, получается, и три твоих осталось. Ну, короче, ну, давай проверим. Да ладно. Да ладно, подожди. А, я твою тоже вижу, подожди, за приколы. Что? А, чё? Чё за хрень? Чё за хрень? Я... Ещё одна стоит у меня. Чё? Чё это за ты две сюда поставил? Ты две золотых поставил, еще одна моя сзади была, она прям на спауне. Да. Серьезно? А последняя твоя где? А последняя. Только вопрос: а как мы поставили таким образом, что и я не спалил твою, и ты вроде как не спалил мою. Ну вот у меня здесь стоит, вот. Ну вообще тоже есть. Я сюда не заезжал. Проехал вокруг, а внутри нет. Вокруг, да, я внутри не проезжал, а на округе, да, проехал. Ну блин, эти две тачки, которые на спауне стояли, это вообще жестко, блин. Потому что это просто, ну что это, блин, ну как это? Я просто знал, что моя здесь стоит. Я даже не стал проверять такие места. Ладно, это было весело, ребята. Мы проведем одно испытание, балл за поиск. Дония, мы едем на Drag Race. Да. Это наше первое испытание, это драгрейсинг, и здесь у нас Гранта, Ингушетия и точка из игры Сан-Андреас. Проверим на самом деле, какие будут, какая точка будет самая быстрая. На счет 3, 1, 2, 3, полетели! Има! Понял? Я понял? Я понял? Я понял, так Ингушетия догоняет, но пока отстает и има. А у тебя по тормозам хорошо все? У меня да. Чё? Тихо! Ой, я Данька врезался. Да, да, я при этом тоже врезался в Ингушетию, меня он тиранул прям жестко. Но тихо-тихо, погнали. У тебя слишком хорошая машина на управление, на скорость. Ну, кстати, я удивлен. Да что ты делаешь-то? Я был уверен, что я выиграл бы. Ладно, ребята, было интересно, конечно. Вроде как Ингушетия догоняла, но надо пересмотреть на монтаже. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Такая прикольная серия. Нас ожидало. Надеюсь, что вы досмотрели до конца. Ставьте хэштег досмотрел. Всем удачки и пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.